Кто там, блядь? Антошка по-любому. О, блядь. О, хуя синь. Прикольно. Со второго босса такое колечко падает, Егорыч. О, мама, и с лоста такое колечко тоже падает. Мама. Это ближайший баг. Подходи к вот этим лучше. Мазифака. Какой мазик, ебать? Мазик фака. Это убил. Ты вообще меня танчишь, нет? Да. Пытаюсь, блядь. Нормально бабахнуло, да, Семич? Нормально. Там две, кстати, бабахнуло, не одна. В смысле, блядь? Охуй у нас. Бля, Антоша, ты нахуй лишнее агришь? Наподобие, они были заагрены. Разве, ну? Да. Я только видел, как они, твои баффы были полетели. Нихуя. Он Саша, нахуй, на автомобиле чисто играет, да. Ну, такие. Нет, это у меня, если че. Да? Нихуя там, блядь, Санчез. На Санчезе, нахуй, как в GTA, ебать. Да, это Минск. Минский андеграунд, да. Кто за нами, тот и с нами. Босс андеграунд, да? Он ту пачку, не... Да, он, блядь, побежал.
Нахуй она нужна? А вы, который под боссом пачку запулить и босс. Ага. Не, веди, веди, веди сюда. Да ебать, я почту порчу не могу скидать. Кто-то хилит, какие-то пидоры хилят. Да, 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 да. Кидай, кидай, давай по боссу порчу, у этот самый. Да ты ебаный, не сбивай, блять, это ебаный гимна. Это босс будет, да, делать сейчас. Семечку кидай в босса и... Нормально. Да, ну мне уже 5. Нормально все, да? Ну да нормально ты танчишь, нормально все. Всех просто трэш похоронил бы. Егорыч, вставай. Побежали. А Тох сказал, все нормально. Все нормально. Ну там эта овца захиливает. Он уже не захиливает. Дай просто боб этому словке, а у тебя нету его. Ну, можешь забрать. Заебал. Босс, на один сак. Гор. Ага, блядь. Да заебал он меня пинать. Там ритал, смотрите. Щит? Чепуха. Запуха, запуска хорош. Егор, если не надо такие запы? Ну, соловка, бери, значит, зап. Дайте лапку, дайте... А, лапка, лапка есть. Поднимайте наверх. Закливаем. Лови, лови, лови. Хотя у тебя у Афлика, агрогенерация не это? Вкачана. На фул вкачана? Да. Бай. У меня Афлик вроде хуярит больше, а это... С какого агро вообще нахуй не генерирует? Ну вот. Минус 20% агро от сколотого. Блять. Этот же талант. Я больше нету способ. Погоди! Будь здоров. А, спасибо. Кто здесь? Да это... нахуя, ебаного, что-то. Я сейчас этого мага нахуй притяну. А, не, не притяну. Придет, я ему кипну класс. Давай. Бать, у меня чуть глаза не вывалились нахуй так чихать.
Ебать, блядь. Хватит бить. Бля, у меня столько притяжек, пацаны, нету, нахуй. Я побежал. А этот куда побежал? На выход? Первые поставки пришли, нахуй. Поставки? Я говорю, бесполезную хуйню дают, блядь, типа. Ну, не знаю, монетку покрутить можно. Не, ну на X4 давали в двойные тогда поставки. Ну, как бы. Ну, они, по факту, да, они тут теряют смысл. Вот, они теряют очень. Потому что раньше, типа, их ради камешков брали. Вот. Тут раньше наберите, главное, это уешь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Что такое рендж? Егорыч, поиграешь с собак? Агрищ? Чё это за хуйня? Чё это за хуйня? Нормально, бей. Она уешит просто союзник. Мария. Но она не бьет, ну вот выбил что-то. Да она вообще хуйня уешит, кстати. Но со слабыми силами она нормально будет. Да, блядь, сегодня нахуй хэпал, блядь, 203-й нахуй просиливал это говно, блядь. Знаешь, два милика вообще стояли рядом с друг с другом на одном частице, через другого хилил, похуй. Типа она так не дамажит, как раньше. Да, теперь вообще пофиксили. Она слабая. Раньше она прям убивала жестко. И он еще раньше подкидывал по КД воздух. На луну отправлял. Да. Аж выкидывал за периметр, а сейчас нету такого. Охуенно СВ нажал, ебать, еще охуел. Ну, выкинул. Ну, полетел, но. Ебаный СВ, блядь. А второй фрагмент не в этом инсте? Нет. Похоже. Чё второй фрагмент? Его лутать не надо? Блять, опять этот запы падают на лока, нахуй, мне надо такие. Я возьму. Меткость. Сэр, кстати, пиздатая нахила. Запы на ДД на свич возьму. Ну это же одно и то же, ебать, что с ульды, нахуй. Ну да. Я в раз. Тут бесплатно, там с ГП. Блять, что? А типа. Эти запы 226, а с ульды аналогично 39. Нет, 26 такие же. 26. Ну, я тебе говорю, что они логичны, как и 39, блядь. Вот нет, 26 тоже там. Как 26? Ну такие же статы, вот на мне смотри. Один. Вот! На! 39, стой, скину тебе. Чекай. 39 запы. Это шея. А это что? Ну, это шея. Ты говоришь, да и запы. Ну да, а ту шею линкани, Такая же, блядь, точно такая же, блядь. Аналогичная. Так, 40 хосты. Ну вот, наверное, вот этим и отличается. Пиздец, ебать. 26-я шея аналогично 39-й, неплохо. Ну неплохо, но вот когда такие шмотки есть, типа 26-е, а статы такие вот. Это заебись. Сервер вылетит нахуй. Да последний нахуй, блядь, вылетит. Твари, блядь. Пофиксили нахуй. Заебали. А чё мы горим, похуй?
Похуй, это не ТБЦ, нахуй. Так выходить можно, ебать, нихуя. Ну, вообще на классике выходят. Типа, она горит. Она еще горит? Не, она не дамажит. Дамажит. Дамажит только немножко. 1500 дамажит. Ебать мало. По две. Всё. На классике она прям жрёт там, нахуй. Так, ангела. Бля, я припортил тебя, ну ладно. Белый. Нормально, хотя бы один из прошли без хуйни. Ну так ебать, самый простой, нахуй. Не, раньше уже подробительный был. Ну вот когда у дракона было 2 ляма. Угу. Что это? Кисанит, опять. Сука, спидерский. Плачи, смотри, со стороны. Груда, кстати, завтра, я завтра возьму, если кому надо. Тут, блядь, с ласта такие шмотки падают. А, нет, подставал. Плачи, смотри, со стороны. Подожди, а это... Второй босс? Бля, все запы нахуй поволтал на этой жизни. Критовые, не критовые. Бля, ты рыбу. Кстати, они добавили Т4 за баржи? Нет. Добавят. Добавят? Прибежим? Да их можно не агрить, да. Так, блядь, мы быстрее, блядь, за агря. Это мы где сейчас? Узилище? Да. Тут твердо охотится. Мы... У тебя легитация есть? Мы сейчас были в твоем узилище. А где это Аргусянский падает? В Нижитопе? Кто? Аргусянский. Кто это? Компас ебаный Аргусянский. А, это тринка на танка. Пробегаем тут, просто пробегаем. Там 17 тысяч защита, блядь, поглощает. Да, КД 3 минуты за луп, правда, блядь. Сделали бы минуту. Со стороны. Я надеюсь, прыгать все умеют тут, не? Да у нас левитация есть. Там нехуй прыгать вообще. Ну, блядь, вот дебилы не умеют прыгать. Вот я сегодня горел с этого. Да, я, у меня тоже, блядь, такие челы, блядь, попались. Ебать, а что морфировать вообще, нет? Если я охуй, блядь. Саш, когда ты научишься тотем это антифира ставить? Когда шамана прирыть. Тогда же, когда ты, блядь, научишься прожиматься. О, я, блядь, умею прожиматься, не пизди нахуй. Я спрошу у Гавайя. А хули Гавайя, блядь, Гавайя дохуя знает, да? Прям, ну. Сиди. Блядь, я объяснял, сидит чел и релит, нахуй, нету аддонов, да, даже посмотреть, что человек когда прожимает. Нахуй ты сидишь тогда, блядь, релишь, если ты не знаешь, что человек прожал. Пиздеть любой может. Парни, я тоже нихуя не вижу, слепой. Ну, сидит, блядь, не видит и говорит, нахуй. Ну нахуя это делать? Очки вода свои. Протри свои идиоты. Как, блядь, на роботе упасть, нахуй, мастер, да, блядь, а потом говорить, а когда я упал, нахуй? Ну пиздец же, блядь, ебать, ну, ебанулись, что ли? Там у него еще... сразу амнезия хуярит, блядь, клиническую, ну. Побежали. Пошли. А мне оглушение дали. Не кастуй. Конечно, не кастуй, блядь. На отражение 50%. Блядь, все инсты нахуй против. Против тебя, да? Да, блядь. Чтоб себя порчу, блядь, отправлять. Ой, блядь. С мистокилкой. Что? Сейчас я самый веселый босс. Ну, а где этого петуха? Твоего петуха. Что с ним? Застрял, нахуй. Потерялся, да. Он его не бежит, а рядом, блядь, ебаная геолокация, нахуй. Я его сделать не могу. Застревает, заебался. Ломайте это тема, главное. Да сломаем.
страх и ненависть в узилище. Вот сейчас, кстати, нужно будет Пет отпустить, потому что он запулит пулит пак. Я бездействие въебал уже. Не, у меня тоже он на бездействие бегает, он тоже запулит пак. Короче, РБК простое стало. Мне кажется, да, надо отменять ГП за шмот, блядь. А знаешь, я тебе как скажу, нахуй, почему РБК простое? Потому что, блядь, здесь, ну, боссы, нахуй, не настолько сильно, кстати, бьют. Не, знаешь, Слав, почему? Потому что, блядь, на X3 было с 200-м шмотом в эти РБК шли, нахуй. Ну а и здесь... все равно они сильнее были. Там да трэш, вот эти крабы, они жирнее были. Ну, может быть. Да точно были. О, жрать Петра? О, нихуя. Хуя ноги, ебать. Охуеть, смотри, какие ноги, нихуя. Да, три дырки, нихуя статы, да? Да, 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 да. Это, походу, опять же, 39-я какая-то шмотка была, на. Пиздец, распылить. Распылить. Ну, хули. Я сагрил. Сука. Красавчик. Умри, пожалуйста. Тут два моба. Работяги. Да умри, просто умри. Обычные работяги, 100 тысяч. Не умирай, Слава. Нахуй. Да я его нахуй. Умирать, блядь. Не слушай, нахуй. Людей, блядь. Их они хороших. Я посмотрел, два моба бежит, нормально. Ебать, как ты работяг заагрил, на? А когда прыгал на ступеньку? Так с другой стороны, блядь, обходится. Нахуй знаю. Ну я с этой стороны, где мы били босса. Слава просто слакал в этот момент, когда мы оббегали, нахуй. Я втыкал на штаны, блядь. Понимаю. Я просто подумал, что моей сове это было бы заебись. Такие же штаны, блядь, захотел. По 49. Только крит-хаз, блядь, с интой. Я вообще, пацаны, предлагаю, я могу залезть на Афлика, нахуй, и пусть вам Ауга танчит, нахуй, все инсты. Это будет охуенный варик, нахуй. Ну, в плане это, блядь. А у нас нету форика, ебать. У льду, нахуй. Есть, там приходят иногда, нахуй. Вам Ауга так, нахуй, натанчит, охуеете, блядь. Гоя сейчас на левитации просто спустимся, ебать. Да, сразу к боссу прям летим. А где ее взять, нахуй? Так у тебя должна быть, нет? У меня, я думаю, швеги есть у нее. У меня есть. Все, кидай, блядь. Бля, Саш, у тебя символ должен быть, нет? Сейчас, подожди. Так, где там босс? А, вон босс, вперед, да, блядь? Накинь левитацию всем. Сейчас кину. Блядь, приз без символа на левитацию. Я ебу. После босса не пуляется? Чё нахуй, летим. А чё вы как-то? Давайте можно на левитацию. Кто, блядь, в угол полетели? Давайте, ушу, блядь. И башу. По-моему. После босса еще раз сэндаш левитацию. После босса? После этого? Ну, последний. Да. Тут же вроде пофиксили эту хуйню. Не-не-не, тут можно обойти. О, ебет эта рана, блядь. Ебать охуел, пес ебаный. То есть терьяки? Он меня харкнул, сука. Теперь у меня, блядь, порча 20 секунд, блядь, летит. Это сначала наварит этот, как его? Ну ты помнил это, да? Антон. Это Антон? Не, это этот, блядь. Как вот Дима, Саями, который вчера там сидел. Типа залетел, ну с одной гибли твинка есть его. Понятно. Нахуй он нужен? Не знаю. Ну, босс тончайший вообще, блядь. Ну-ка, что там ебать? Хороший плащ. Давай, Лиз. Залупа, блядь. Так, куда? Подожди, куда это? Дай левитацию. Куда обходить, я хуй знаю. Побежал по стене, блядь. Вот так вот поднимаешься, и вот так вот по стене.
Где ебаный рот? О-о-о, еще раз. О, еще выше. Флекси, флекси, влево-право, влево-право, флекси. Короче, и налево, и сюда, надо. Да, один пак можно обойти так. Ну все, нихуя мы, блядь, читеры нахуй, хаси. В кузне крови тоже можно обойти два пака, кажется. Новости, да? Где там столовка, блядь? Сейчас он ведет, он ведет трэш, нахуй. Хорош. Смотри, нихуя. Ебать, я, короче, в гибрида спекнусь. Я манал, у меня пет бежал вокруг, нахуй. Поняли, да? На скипали, ебать. Чисто пет вокруг побежал. Блять, я тебе говорю, блять, убери его нахуй. У меня с ним агро повышенная. С ним, блять, у нас, блять, трэш, блять, приходит. Повышенный, блять. Все, сейчас спекнусь, нахуй. Будь одиноким рейнджером, нахуй. Да. Да. Крутой уокер, нахуй. Столовка первая кровь, блядь. Двойной чизбургер, ебать. Что за пиздец? Ну, а я насчет того, что Слава сейчас сказал, тоже маленько вахую. Ворожей, убейте его. Ну, как, типа, есть боевики вот эти древние. Типа Рэмбо первая кровь, а тут столовка первая кровь, блядь. За мной сейчас спета вообще. Если я крик здесь понял. И курить, блядь, когда крылья, блядь, здесь спалили. Ой, блядь, все, побежал, пацаны. Побежал, побежал. Опа, трэш. Опа, еще трэш. Бля, хватит. Блядь, ну не дам мне сгин сделать. Ну все, давай опять нахуй. И, бля, Егорыч. Диванчик. Да, Давай. Ебать, все, держи, я СС кину. Кидай. Все, кинул, умирает. Залупа ебаная. Сейчас рейд. А нахуй? Думал, ты на меня дашь, бля. А, там же масрез есть. Эй, что за хуйня? Масрез. Так, бля, сейчас дай найти его. Как мы так много сагрили, ебать? Фир, побежали. А что там, не диспелится фир тут? Кто его знает. Варовский поди. Давайте дай рыбу. Ее, она просто убивается, Егорыч. Метку поставь, какой там моб фир кидает. Да все, мы убили ее. В смысле убили? Мы убили ее? Воитель кидает нахрен фир. Фир ворожея контролит. Чародейка МК дает. Ворожея контролит, воитель дает фир. Да, пуляй, блядь, чисто. Ебать. Они тонкие. Их быстро выжимать. Моё. Бля, скатись обратно в анхолика, просто убери пета. Ты 13% отдал. Не буду. Не успею. Ну, позязя. Пет тупорылый, ну. Так убери его просто. Просто убери его. Просто 13% кидал на трэш, это было стать.
рабочий бродяга пустоши, ебать. Что там тела вообще... А, в сети. Рабочий столовка пустоши, блядь. Слышь, зато так у Егора ДПС... Егор, там пока есть. Мы сейчас идем, типа, прибежи, дай анонс, пожалуйста, в Дискорде, что через полчаса РТ. Кто спалил? Кто спалил? Анонс. Смотри, нихуя я по воде ходил. Ивашкин Хант. Ивашкин Хант. Нормальный ник. Ивашкин Хант просто. А я что, ни одной пустоты не сролил, что ли? Блять, я застрял, нахуй. Давай пуляй, он, блядь, поднимется пока здесь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Егор, на тебе диспел, наверное, не? Тут рыжа должна быть какая-то, не? Нет. Не-не-не, просто бей. Вот, и анхолик аспектом, ебать, красавчик, нахуй. Столовка лучше, я всегда знал. А до этого он что, Влади был? Да он спектнулся зачем-то обратно в Влада. Просто петы не призывай. Все. Лобызает. Зачем-то, говорит, обратно, нахуй. Че, нахуй тут хил вообще, блядь, нужен? Да. Не, вообще, это просто ебать. Я просто не хил вообще не хочу. Ну, Егор, жди, спали. А мана летит тогда у тебя куда? Я просто щиты кидаю по всем и все. Ты знаешь, вот щиты знаешь, как снимает? Яда-то коцают, больно. Не, хотя... Бля, раньше ДБМ у меня работал на этого босса, сейчас вообще ни хуя не пашет. О, фармян Сердарика, сюда. Сердон? Тринка! Тринка. Хочу, я ее на шипа забираю, если что, блять. Я ее на ДК забираю, ну. Че, еще одну успеваю? Да, дай! А дай ее, дай потестить. Ну заебал, какой потестить, нахуй, у тебя нормальная тринка. Ладно. Ладно. О, Сердолик. Спасибо. Давай. Одну успеваем еще, да? Да, да. Она прожимная? Да. На 3 минуты, да, когда? Да. Она работает 20 секунд. О, пиздатый инс полетели. О, аргусянский компас в конце, да? Да. Гусянский компас. Там голова, критхаст еще. Давайте. Тут кольцо, критмастерство. Очень хорош лут. Блядь, да вы по Антоше не ориентируйтесь, кого он нахуй бьет. Он цели меняет, как проститутка, блядь. Кто? Ну не я же. Пойдем, дай. Блядь. А можно я потещу, типа, шипы на этом боссе, нахуй, на который сейчас выберу? На нем дамажит, кажется. Раз. Там просто пресс-фор пройти стоит и не будет дамажить. Ебать, со второго поса, как тебе такой поясочек, Егорыч? Да спекайся в этого, в ШП, Сань, проверь. Какая зараза пинганула? Я про танчу. Какая зараза пинганула? Ля ты крыса просто. А, это Егор, что ли? Ну, кстати, может и без хила. Да, он как 39, он пиздатый. Ля ты крыса. Может без хила, типа, может провезем, ебать. Да провезем, конечно. Саня, здорово. Здорово. Наверное. О, здорово. 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 О, привет, я тебя знаю, ты Антоха, кстати. Ёбаный конь, блядь, это кто такой стоит? Да чё это такое, блядь, где вы вообще берите этих мобов, блядь? Вот у меня тоже вопрос, какого хера вы стоите, блядь, там, когда я отвожу специально моба, на? И Шамян сегодня с вами на РТ. Нифига себе. О, блядь. Такой шаман, хуй знает. Вот ты сказал. Из РБК своих бесовских, погнали на это. Мысли, блядь. Бесовский. Эти ваши, вот эти РБК, вот эти ваши. Ты ну, хочешь осколочки? Ты осколочки хочешь? Ебать, маргинальные вот эти ваши. Бля, ну как ты так воет, такой жирный нахрен? Это не на меня, это не на меня. Да, конечно. Воет, ты жирный?
Да ты ёба на меня рот, нахуй. Пиздцари пнул, нахуй, кого там пнули, блядь. Сука, он меня пнул, блядь, не смешно, нахуй. Блядь, у нас тут рейкеры это охуенные. Зачем? Ну, играть? Если Флойд это не ты, то тут только тогда Саша, нахуй. А Саша в ДЦ, нахуй. А там темный стоял, чисто. Выходи, Сербака. Выбил что, нет? Я хочу волонира на три креста, можно, блядь? Кстати, я в ШП хочу. Давай спекайся. Очередь занимай. Давай вот. Я после Суфа буду собирать. Раз. Ну, бля, Егор, вот. А, ну все правильно. Да, Алёш, ты что, серьезно? Да. Егор, кидай желтую джагу, ну, блядь, пожалуйста. У нас тут, блядь, 5 хилов, которые хотят его собрать. А ты в ШП такой, давайте я соберу. На хп-креста, на хп-креста. А кто следующий, кто следующий хочет? Не знаю, разберемся. Ашмана сама не регнется, говорит. Ну. Давайте, а ту... блядь. Так, стойте. Поставьте рыбу. Я должен фу это... А, кстати, мне еще нужно шмотки лить. Ну ты ДЦ, тебе не надо. Ты же в хэпресте не играешь. Чё ты взял, что нам нужен, бля, хэприст, нахуй, гильдию? Хэприст? Заебись вообще тема. Ну нет, ну мне нужен хэприст. Да вдруг пригодится. Промолчи. Мы бить будем? Нет, стой. Почему хэприс не нужен? Да нахуй. Блин, Антоха, зараза, меня зашел на стрим. Я сидел, думал, кто это. Потом догадался. Стойте, секунду, сейчас. Ля ты кр... Это был я. Хуля, поехали. Немезитко. 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 Так страшно было. Извини. Ну иди лужу теперь вытирай, чё мне твои извини. Во. Орда победит. Ой. А теперь иди с лопатой ко мне, нах. Кто, блядь, я главный с лопатой? А это как он? Эти жетоны за пределы, они же пока нигде не поменяли. Скоро будет помен, поверь. Вот, блядь, сейчас выйдет только нахуй остальные инсты и будет все. Там-то не... черт, да, должен стоять, короче, посередине. Егор, не забудь на 25% это. Пойди. Ой, или на 20%. Все, отбежали, 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 отбежали. Блять, Воя, ты нахрен его хилишь, скажи, пожалуйста. Чё? Ты ближе всех к нему стоишь. А чё, он хилился? Конечно. Он хилился. Чё, где ДПС Воя, бля? Сдох он. Я обратно в ШП. Я обратно, говорю, в ШП. Или так, в ШП идти? Да ты гонишь. Там сейчас босс будет, блядь. Ну я не знаю, в принципе. Ну, боссы типа, если ставят. Он не обрыгает. Ну, если дай через вышку Телдрин. Вот туда левитация можно, левитацию. Дай, Слав. Куда, а, где? Вот первый бегу, дай побей левитацию. Слав, дай левитацию. Левитацию. Да ты на 50 километров от меня, нахуй, левитацию. Блядь, ну а какого хера ты бежал рядом, а потом отстал? Я тучку. Саня, кидай левитацию. Нет. Блядь, ну первый раз, пацаны, чисто в РБК, блядь, я хуй знает, нам. Эх, тоже бы в РБК сходить, сказка. Сейчас так, а где ты был? В смысле, на работе был? Где? Я на заводе работаю. А, ебать, пет, мудак. Я на заводе трудился. Как это. Антоша, вот ты сипор пиздец, блядь. Вот я почему-то своего пета сажал. Заебал. Вот я своего пета сожрал почему-то. А кстати, он сегодня донат пришел, это от завода, от директора. 500 рублей? Зарплата, в смысле. Зарплата? За донат? Задонатил? Да, до первой зарплаты что-то маленькая, 36, короче. Тебя обманули, лох. Да по доходу почти шестерка, вот этот НДФЛ, блин, если бы не он, нормально было бы. А у вас что, завод не оплачивает? Не. У меня 43 получается, и минус 6, считаю. Ты сам, что ли, оплачиваешь? Ну, там высчитываю, да, этот НДФЛ. Ебать, помойка, не завод, нахуй. У нас все автоматом делают. Это моя первая зарплата, в смысле, фуловая, блин, за первый месяц. Работяги собрались с завода, блядь. Пойдем дальше. А вот на следующем месяце, я думаю, ну за 40 должен получить, точно. Ну, ты не забудь поделиться с пацанами. Сейчас. Да мне просто табель не закрыт. А если табель закрываешь, то нормально. Ты волонир сразу покупай там, блядь, ты ебан. За донат, в смысле? Ну да, нахуй, чтоб я собирал уже, блядь. Зарплату кидаешь, пацаны. Где наш этот, блядь, наш волонер, блядь?
Почему не сети нахуй еще? В смысле, я здесь. Да, не ты, пловый, который. Миш, микрофон купи. А, вот тут сидели, бать. Егор тоже. Задолбали. Один молчит, второй молчит. Вам микрофоны купить или что, обоим? Ну 40 тысяч получишь как раз. Я же теперь зарплату получаю. Миша, пиши адрес, я тебе пришлю микрофон по почте, задолбал. Блять, ну... В телеге же общался, у тебя голос. Блять, какого хуя делаете? Не понимаю нахуй. Не я терял. Это прислал скипер был. Это Слава. ТД нету, блять. Могу фернуть, смотри, подтверждение. Понимаю, блять. Слава, это Слава. Ну типа так. подтверждение, блять. Ой, блядь, там Дерафан уже умирает. Есть ведь еще работяги завода здесь? Я. Ты тоже? Я да. А я фрезеровщик вообще, по идее, но я сегодня стоял... Как Ванька Дулин, что ли? И да, ой, в смысле, я на летопилочном сегодня работал. На летопилочном? С Михалычем? Там пила, короче, по кругу катается, а ты тут... А, по кругу! Заготовки, она тебе режет по размерам. Пила в розы катает и по кругу гоняет. Да, сталь резал, дюраль, все нормально. Ой, блядь. Сув, короче, ты мне страшен, нахуй. Ну, если страшен, я работяга вообще. Ну, я понимаю, но... Я застрял. Еще и анимешник. Ой, в смысле, я анимешник. Анимешник это вообще капец, нам. Еще анимешник. Мне пацаны с завода узнали, что я аниме стримлю. Говорят, о, я скажу, куда он лица любишь. Что за херню там стримишь, я такой, в смысле. Распухивайся, да, штанишки снимаем. Сейчас будем тебе, бля, донатить, нахуй. Ты тоже за нас снимаешь. Дай сотку, что ты? Дай, говорит, сотку. Фу, сотку, ты шо, блядь? Если что, я тоже с завода, блядь. И сотки, нахуй. Да? А ты где работаешь? На заводе. Хуя себе. Месяцем. На заводе. А кем? А все. Плитку делаю керамическую. Оператор линии. Ну, видишь, нормальный оператор линии. Это фрезеровщик как Дулин, блядь, чисто. Смысл нормально, чё? Нормально. Я там такой станок, короче, просто... Я один на нем могу работать, на всех... На нем никто не работает. Ну понятно, там же по кругу ребята что-то, вот, да? У этого, блядь, начальника. У меня красные труселя, это ничего не значит, понял, Дима? Только ты можешь на этой станке работать. Блядь. Это еще ничего не означает. Да не, понятно, ну чё. Я купил себе, короче, Принглс сырные. Сейчас буду хавать, короче, на РТшке, сказка просто. Вау! Сырные просто. Были бы крабы, я бы крабы взял, но их не было. Чё, Егорыч, ГЦ? А чё он выбил? Егор? Бля, пояс охуенно. Выбил поезд? Линконит сбили. Вообще, пояс 226 со статами 239 будет. Да. А чё не 226, одно 232 будет? Там главное 239 других инста в этих. А там 226, что за бред. Да тут шмотки лучше, чем с РЛК некоторые, говорю, мам. Это пиздец. С РЛК, да. Правда, что ли? С РЛК. Ой, бля. Тут все шмотки лучше, чем с РЛК. Че, Вась? Почини оба. Кого качнуть? Аукцион почини, не работает, если я задобал. А, да блять, некогда мне РБК прохожу. Аукцион починили? Извини, да не починили. Они же писали в этом. Никогда себя, не починили. Где там текст. Читал? Типа там баги еще у него. Сейчас бы выпускать аукцион не готовый, потом учинить в процессе, нахуй, блядь. Вообще гениальный. Блядь. Это всегда так вообще. Так это же Сирус, Саш. Естественно. Это Сирус, расслабься. Это медведя будем забирать? А? А что там все типа дальше? Ой, давай глянем, шмот. Пойдемте. Ой, песня хуй играет. Да медведя, будем разъебем, забирать? Давай, нет, ты Саня, ты какого фига 234? Это убери, Антошка. А чё? А чё так? Я тоже хочу. А кстати, если пояс Алгалона заберу 239-й... Понятно. С духом, с хостой, то я 226-й поменяю. Может, торпеда человек пробежал, нахуй. Ну выбей, у меня нет пяты, я его отозвал. Да, тут починили, а теперь не пробежишь так. А, да? Ну ладно. Я, короче, вообще прикинул на ульду, ну чисто глазом. Собрание шею надо, головной пояс, и все, в принципе. И все. Ну и волонер, ну. Ну и волонер, и все.
Я не знаю, кого лучше собирать, кота или сову, я вот не знаю. Че, разъебем этого петуха, давай разъебем. Да сову. Нет, сову? Ну у меня на сову-то 9 уже куплен. Давай разъебем, блядь. Да давай, блядь, заебем. Че, нахуй, слабые, что ли, или что, блядь? Бьем, давай, быстрее, давай. Че, на медведя сначала, да? Да, нет, да, нет, нет, бейте сразу этого босса. Нихуя. Нет, блядь, на нахуй, Егора. Я на себя сразу СС скидаю, мне похуй. Ну он больно бьет, да. Так, где мой СС, ебать? Там, ой, хуясь. Бейте медведя, вы заебете. Ну давай медведя, похуй. Там можно, это хуйня, что вы дышите как-то, ебать. Да все, это трапа не будет. Там, да, там же трапу видно, ебать. Когда он ставит ее. Блядь, не видно, ладно. Подожди, а он под себя ставит или куда-либо ставит? А. Заносиком поставить. Да, у хантов бы так работало, да, Сань? Поставил, да? О! Нет, не поставил. Да, она все равно в этой хуйне. У нас Демнис. Сейчас пойдет скоро же, нет? Да, вот сейчас пойдет. О, поставил, ШВД. О, рано? Я понял. У меня через зеленку похуй. Рано. А, он лесает? Ебать сильно. А вы что, убили зверя? А да. я говорю, нахуй вы его это. Но раньше он не резал его. Трапа, ШВД. У, сука, рана. Блядь, я не знаю, куда меня медведь бьет. Ну, я не могу его бить. Ну, блядь, вы обойди там, я не знаю. Ну, обойди, выведи его. Не буду, нахуй, он все равно меня откидывает. Как? Мы бы уже давно босса убили бы, если бы вот медведя бы не били. Если бы у вас айки было бы больше 10 на. Сука, там, блядь, еще. Диман, что ты сейчас спел там? Хотя бы как у меня 3, Саш. Диман. Минус. Чего? Че ты спел там? Да я говорю, блядь, пиздец, гомосеки, нахуй. Я вам песню это слышал сегодня утром, когда на завод шел. Это отлично. Саша там сегодня полдня поет. Хочешь спою, Диман? Смотри. Нет. Есть летчик. А почему? Он должен был заэвэйдиться. Да, Диман, смотри. Хороший топор выпал. Смотри, смотри, смотри. Есть у летчика одна мечта. Неплохой, но. Высота. Высота. Нормально, да? Падают шмотки с рыбака нормально такие, да? Че там, покажи, ну-ка, стой. Мега топорик упал. Болотный разбойник? Выйди отсюда, разбойник. Иди мне, блядь, сразу на хуй, сука. Ну, такое, кстати. О, кофе, это хорошее. Забивание брони есть. Да я смотрю. О, изи для Толовина. А чё за хуйня, чё он зелёным стал? Всё, пойдёмте, блядь. Банало стали. Е-е-е. О, вы не можете делать режим боя. Ну или же, короче, отдыхай, Егор. На воздухе ударить. Одна мечта. Сейчас я ему его привесну на. А чё за хуйня? О. Чё? Пойдём ты. Боишься моба, что ли? Смерти боишься. Да блять, ёбаные грибы нахуй. Стрял, блять. Смерть. Где страх нет, ебать. А вот хильте пета. Возьми бита, Вась. Я пет сам должен хилиться. Аня, ты блядь, можешь хилить нормально? Хили. Дай бита, говорю. Кого дать? Дай бита. Что, не надо? Можешь с двумя одноручками бегать чисто. Просто РБК подбитый, ебать. Вась, хватит пукать, а? Ну, ты можешь зачитать или нет, Диман? Да я не знаю. Диман, зачитай что. Я не умею пукать. Я столовка, я танчу РБК, я жру чизбургер двойной. Красиво, конечно. Слава, блядь, тебя бы нахуй уничтожили, мне кажется. Бургер, говорит, хавы двойной. Чисто Слава вышел такой зачитать, и его тут же запинали, да? Нормально. Подхуесосили. Да. Слава, знаешь, что хорошо рэп читает?
Кто? Кто? Те, кто с литературой хорошо дружат. Русский язык, литература. Рыло? Да. Как он вообще живой? Блин, а куда его... Он будет играть или нет, вообще интересно. Артём пропал, взял заразу. Вряд ли. Какой Артём? Рыло. Артём же. Вы еще помните его, блядь? Вы что, забыли, что ли? Забыли о груди, я не помню. Груди вообще-то все помнят. Груди вечная, блядь. Конечно, ты что, забыл груди, ман? Ты скажи, куда он пропал? Да я не знаю, он что-то сработает. Что там выпало? Нижитов. Нагастик. Друзья, Нижитов и какой шмот? 226 тоже, да? Нагастик Андрол. Шея... Войду это скажи. О, опять сердолик упал. Два сердолика. Да. Скиньтесь мне по одному сердолику, я все камушки сделаю. Да, сейчас вот мы ну, ради камешка делаем. Ну дайте по одному, ебать. Ты чё? Егор, кидай пачку. Ну дайте Грэму, кому не жалко, чё он там, блядь, два, ебать. А я здесь камушки сделаю. Егор, она чисто разводит, нахуй, слыхал? Да, кидай пати, Егор, что такое? Подожди, я камушки не выпрошу. У тебя сердолики точно не нужны, давай. Слышь, 93-97, иди в пизду. У тебя не нужны сердолики, тебе синие нужны. А я тебе буду синие давай потом. Саш, ты меня бесишь сейчас уже, вот честное слово. Я тебе буду синие отдавать, заебал, да, сердолик? Да разрольте плечи, дайте ливнуть, нахуй. Нет, кости, нахуй. Да, блядь, сука, блядь, я из этого ясно, Саши попроще, нахрен. Попроще мы чем такие, ладно. А я у тебя ни разу ничего не просил, Саш. Ну, и шмот на столбочке просил.